Итак, господа, это главное событие грандиозного международного турнира ACN Youth под номером 15. Позади у нас 24 ярких, бескомпромиссных поединка. И я хочу сказать огромное спасибо всем теле- и интернет-зрителям, кто прошел с нами весь этот огромный бой. И вот главное событие финального турнира 2020 года. Представляем вам оппонентов. Это трехраундовый поединок в легчайшей весовой категории. Спортсмен в силу. Ему 28 лет. Официальный вес 61,7 кг. Рост 168 сантиметров. Профессиональный рекорд. В 13 боях всего одно поражение. Базовый стиль ММА. Он представляет город Иркутск по прозвищу Golden Boy. Силу Михаил Погодин. И его соперник красному углу. Ему 22 года, официальный вес также 61,7 кг, рост 174 сантиметра, профессиональный рекорд. В 14 боях одно поражение. Его базовый стиль ушу саньда. Он представляет Грозный в Чеченскую республику. В красном углу сайт Магомед Батукаев. Рефери поединка Ашот Ашьян Анапа. Михаил Погодин против Саидмагомеда Батукаева. Повыше будет своего соперника Саидмагомед Батукаев, и для ударника это преимущество. Есть ощущение, что такая замедленная сейчас реакция у Михаила Погодина. Уж не знаю, с чем это связано. Как будто он не проснувшийся или перевыспавшийся, что ли. Вот. Ну, его легко понять. Очень давно длится турнир, очень много времени идет. С учетом, что он ударник, это вполне себе может сказаться на поединке. Для ударника реакция – это все. Да, действительно, Саидмагомед мог сам выбрать себе время, в любое время приехать, а Михаил вынужден подстраиваться под организаторов, которые... Но, с другой стороны, вы поймите, это нормальная жизнь профессионального спортсмена. С этим обязательно каждый столкнется. Если не столкнется, значит, какой-то он этап в своем профессиональном становлении пропустил. Поэтому с этим нужно уметь взаимодействовать, команде нужно уметь подстраиваться и компенсировать, предоставлять все нужды этого конкретного спортсмена. Да, полностью согласен. На то это и профессиональный спорт, чтобы все мелочи самим учитывать. Да, это все-таки командный спорт, как бы кто ни думал. Тут очень много зависит от тех людей, которые с тобой в этот момент. Потому что боец должен думать только о том, о победе, о самом бою, о самом поединке, о том, как победить. Ну, интересно, кстати. Сейчас со сменой стойки ударил лоу-кик. О, кстати, вот опять же такая серия с переменой этажей. Есть на что посмотреть. Тут мне подсказывает, что не стоит ему прижиматься к стене, потому что Саидмагомед Батукаев наверняка будет пытаться его к стене прижать и перевести. Ну, просто потому, что практически все сегодня... Это делают, да? Ну, надо как-то в общей конве находиться. Справа как хорошо заряжает Михаил Погодин. Ну и аналогично уже слева. Ой-ой-ой-ой-ой, как нехорошо. Понятно, что не специально. Разноименные стойки, они, к сожалению, постоянно на лукиках приводят таким ударом. Будем надеяться, что здесь без травматики. Болевые ощущения пройдут, и будем надеяться, что они не скажутся на ходе поединка. В нейтральных углах находятся спортсмены. Ждем. Вынужденная такая пауза. И Ашот Ашугян делает замечание
Саидмагомеда Батукаева. Понятно, что он совершенно не специально, но это обязательная процедура. В дальнейшем, конечно, нужно поаккуратнее вести, чтобы уже не получать замечаний. Обратите внимание, именно Михаил сейчас идет на сближение. Да, такой обозленный Михаил побежал, пошел вперед. Ну, аналогично. Возможно, он немножко от этого проснулся, потому что болевые ощущения, они в игре тонизируют. Да-да-да. Ну, посмотрите, как ногами активно работает Саидмагомед Батукаев. Правда, в большей степени это приходится в блок. И сейчас прям на скачки здорово справа попал Михаил Погодин. Начинает вязать теперь Батукаев соперника. У сетки уже отходит они от этой сетки. Возвращается снова клинч, которого мы сегодня так много видели. Интересно, прихватывает ногу. Ну, конечно, больше для контроля, но все равно. Есть оттуда, вот по крайней мере самбисты скручивание оттуда делали через руку, как иные делают подхваты через ногу. Самбисты старые умели делать это через руку. Крайне редкая вещь, ее даже на ютубах найти непросто. Ну и попытался сейчас контратаковать Павел Погодин. Вот этот вариант прохода в ногу сегодня вообще ни у одного спортсмена не получился. Вот он, прям скажем, непростой, физически тяжело его делать. А вот эта защита проходила сегодня у многих. Ой-ой-ой. В спину. Да, главное, чтобы не в позвоночник. А в спину, кстати, это очень хорошо. Почему? Потому что там рассекаются мышцы, которыми сейчас вот, например... Какие тяжелейшие удары сейчас прошли у Михаила Погодина, но пока держится Батукаев. Но ему нужно, как раз таки он вынужден теперь кричевать. И вот как то, о чем мы говорили, на выходе. О-хо-хо-хо-хо, красавец! Видели, да? Как он на эту серию ответил таким бэкфистом. Да, в молоко, да, промахнулся, но это очень интересно. И вот подхват! Какой подхват! Подхват, но, правда, как многие подхваты, которые все-таки пришли из самбийской дзюдоистской школы, они не, ну, как бы вам сказать, не гарантируют тебе позицию сверху. То есть, да, наверное, это в судейских записках отразится, но контроля-то не было. Контроля не было. Поэтому то, что этот тейкдаун будет каким-то решающим, я сильно не уверен. Вот эта серия, которая была в исполнении Погодина, и его контроль здорово, в последнее время этого раунда могут сыграть определяющую роль в подсчете очков. Мне кажется, что первый раунд здесь, пожалуй, за проснувшимся неожиданно Михаилом Погодиным. А вот сейчас хорошее попадание, кстати, с апперкотом было у Саидмагомеда Батукаева. Очень здорово, так видите, поплавка такого включает Михаил Погодин, то есть он после каждой какой-то своей серии ныряет вниз и вроде... закрепляет преимущество. Да, сейчас. Да, да, ну и сейчас уже, пожалуй, точно, да, первый раунд за Михаилом Погодиным. Аккуратно. Кстати, интересно, этот бой у нас пятираундовый или трех? Наверное, трех, потому что пяти не титульный бой, хоть и главный. Вот это было очень опасно и круто. Да, был такой хороший, красивый взрыв. И вот здесь вот так интересно. Вот самый, пожалуй, такой яркий хайлайт зайдет эпизод. Подхват по две ноги, но без фиксации сверху. Поэтому, в общем-то, какой-то большой оценки за это не будет. Так, раунд под номером 2. Ой-ой-ой, ничего себе, такой джеб на скачке. Погодин. Да и джеб ли это был? Начинает рубиться, ну, на руках. А смотрите, Погодин очень опасен. Вроде бы простая фишка, да, которую знают практически все. Но
основное, за счет чего он сейчас попадает и не получает в ответ, это очень простая вещь. После серии он уходит вниз. Ведь все это знают, все это учат, а он делает. Вот и вся разница. Попытка перевода от Батукаева неудачная. Ну, кстати, нет, он там за спиной вполне мог оказаться. Но в итоге не оказался. Ну, да, здесь с вами согласен. Подсел. Накат. Накат 2 балла можно давать. Ну, вот примерно похожим приемом Розанбек Жамалов, наверное, видели недавно, несколько дней назад, в финале Кубка мира против Чамаза. Долгожданная схватка состоялась в весовой категории 74 килограмма, и Розанбек Жамалов буквально на последней секунде проведет двухбальный прием, выиграл 3-2. Ну да, накаты в вольной греко-римской борьбе это очень много, особенно в свете последних правил. А здесь, пожалуй, как мы много раз убеждались, контроль у стены. Это чуть ли не наше все в последнее время. Все-таки забирается сверху. Да, да, собственно, по-моему, первый в этом бою у Саид Магомеда Батукаева контроль сверху. А броски были, а вот именно контролирующая позиция, по-моему, первая. А вот будет ли сейчас перелом в этой схватке, да, в пользу Саид Магомеда? Вопрос. Мы уже несколько раз сегодня видели похожие сценарии поединка. Нет, смотрите, вот как-то Михаил Погодин хорошо себя чувствует в физическом плане, он дышит, чувствует. Не отдал ли он там шею? По-моему, не очень. Нет, кажется, нет угрозы. Да, там через руку и спина отключена. Ну, в смысле, у Саид Магомеда сейчас нет ресурса спины, которым вытянуть этот прием. И вот половина второго раунда. Ну, собственно, экватор поединка. Большая его часть пока за Михаилом Погодиным. Саид Магомеду нужно либо что-то придумывать, либо ничего не придумывая, заставить выдохнуться Михаила Погодина и забрать свое в концовке этого и в следующем раунде. И очередная попытка перевода от Погодина. Батукаев защищается, но... Посмотрите. Кстати, шею взял довольно чисто. Может быть, там вот в данный момент действительно может быть прием. Нет, слетел. Ну, кстати, вот это может быть в силу усталости уже как раз. Что случилось? Как-то какой-то он вербальный сигнал дал рефери. Я не понял, какой. Ну, а Погодин работает активно достаточно. Он понимает, что делать, он чувствует, что он это может, он это делает. Потихонечку свое преимущество как-то упрочивает. Так, вот, интересно, каждый взял ногу оппонента. И посмотрите, какой свип. Да, и чуть упорнее. Ой-ой-ой, а было ли сейчас? Здорово. Слушайте, ну динамика, конечно, шикарная. Ой, какое колено от Михаила Погодина. Да, тяжелейший поединок. Слушайте, ну функциональная подготовка, конечно, на уровне спортсменов. Такая динамика почти без перерыва все это время. Вот, отличная защита, контратака со стороны Саид Магомеда Батукаева. Вот это вот крест, ну, в противоположную ногу воткнутая рука, и за счет нее заход за спину. Шикарно. Раньше это знали только вольники, сейчас это уже знают все. Ну, правда, применяют по-прежнему, не знаю, десятая часть, наверное. А, вот смотрите, интересный вариант защиты. Михаил прихватывает лодыжки фактически, да? И сейчас берет футлок, обратите внимание, то есть он сейчас пробует делать болевой прием. Ну, конечно, скорее всего, здесь ничего не будет. Надо очень сильно ухитриться, чтобы напрямую ногу сделать футлок. Но это интересно. То есть даже здесь он продолжал быть активным. И обратите внимание, по-моему, у Михаила Погодина есть на лице травма, какой-то ушиб. Гематома.
Ну а пока, дорогие друзья, самые яркие моменты. Есть у меня определенный, как мне кажется, ответ, почему, соответственно, Михаил Погодин, в принципе, так успешно работающий в ударной технике, полез в борьбу. Как мне кажется, тут дело в том, что есть у него, по крайней мере, как мне отсюда видно, некоторые гематомы на лице. О, хороший апперкот! И вот ты тоже отвечает, да. Погодин. И, соответственно, это заставляет его немножко лезть в борьбу. Хотя вот сейчас он всем своим началом этого поединка меня, конечно, опровергает. Оу. Хорошо. Готовы порубиться оба спортсмена. Прям любо-дорого. Приятно на них посмотреть. Кстати, совершенно равный у них рекорд пока. 12-1 у каждого. Там в вашем карте есть опечатка 7-1 у Саидмагомеда Батукаева. Ну, в таком случае, да, есть некоторое преимущество в опыте у Михаила Погодина. И, ну, понятно, почему так уверенно сейчас работает. Ну, он и постарше, аж на 6 лет. Да, это, в общем-то, серьезная разница. И еще есть ощущение, что немножко Саидмагомед, я не знаю, не включился, что ли, не загорелся. Вот что-то вот в этом роде. Как будто не с той ноги встал. Вот что-то такое. Хотя изначально, когда выходил, мне кажется, именно Михаил Погодин казался вот до выхода каким-то таким уставшим, каким-то таким не проснувшимся. Но, видимо, после есть такие люди, которым надо от болевых ощущений, то есть надо немножко пропустить, и после этого начинает всерьез работать. Это действительно так. Ну, как-то после одного из своих поединков Артур Бетельбеев рассказывал, что он сонный был по ходу первых там первого или второго раунда, и когда пропустил такой серьезный удар, он проснулся, пришел в себя и, ну, как обычно, да, карту выиграл. Это действительно работает. Не факт, что надо обязательно как-то себе представлять удар. Да. Это не универсальное средство, оно может вам не подходить, дорогие друзья. Оно может и дальше усыпить. Да. История таких случаев знает еще больше. В принципе, логично подсказывают, кричат из дальнего для спортсменов сейчас угла Михаила Погодина, то, что надо растянуть. Вот. Но находятся они в углу красном, в углу Саидмагомеда Батукаева, который, ну, соответственно, слышит своих угловых гораздо лучше. Но пока ничего не должен образом придумать. Но это не компьютерная игра, и угловые здесь не сидят с джойстиком, не управляют спортсменами, а своими судьбами сейчас управляют они сами. И прислушиваются они, не прислушиваются к советам, не это сейчас главное. Да, Погодин сейчас близок к тому, чтобы досрочно завершить этот поединок, удушающий прием. Ну вот многие сегодня пробовали уже именно вот этот вариант. Были случаи, когда он и проходил. А вот Маунт. Вот Маунт. Спину отдает. Мне кажется, немножко наелся уже лишних ударов Саидмагомед Батукаев. Вот видите, он замедлился немножко в своих действиях. Да, очень близок Михаил Подругин. Успешно завершил. Да, Погодин. Единственное, что Погодин, обратить внимание. Нет, Подругин тоже такой есть известный боец. Вот я его с ними путаю. Ну, что, Сибирь, матушка. Не получается у него опять заправить ноги, и приходится ему бить вместо того, чтобы пробовать завершить удушающим. В принципе, на самом деле, ему тут сейчас включиться, и Ашот Ашубиан вполне себе может уже остановить, потому что не видно активного сопротивления со стороны Саидмагомеда Батукаева. И тут здоровье спортсмена уже выйдет на передний план.
Ну, сейчас еще и локоть добавляет. О, вот это ошибка. А вот это ошибка со стороны Михаила Погодина. И ошибка за минуту до конца. Неприятно. Обратите внимание, вот только что он был фактически королем положения, и здесь уже ему приходится как-то защищаться. Ну, нужно сейчас придумывать Саидмагомеду Батукаеву, а вот это такое, например, экстраординарное. Обратите внимание, удушающий прием. Было бы оригинально, да? Вряд ли удушающий этот пройдет, да. Опыт. Ну, смотрите, надежен, как весь гражданский флот, Михаил Погодин. Ну, скрещены ноги. Да, видимо, все-таки наелся немножко ударов Саидмагомед Батукаев, пропустил пару лишних. Ну, бывает такое, когда думаешь, что, да неважно, пока все нормально, а потом оказывается, что это было важно. Да, очередную порцию ударов насыпает Михаил Погодин, и, ну, не хочет Саидмагомед, чтобы его соперник сегодня получил бонус дополнительный. Да, ну, наверное, поставил точку. Такую в вопросе, чья же была победа в этом поединке, Михаил Погодин. Хотя, честно, заставил своих болельщиков понервничать, я думаю, в концовке. И позицию дал потом, шею дал в какой-то момент. Ну, вопросов никаких относительно победителя в этом поединке быть не должно. Что поделаешь, не всегда удается выполнить то, что задумал. Саидмагомед еще молод, у него еще будет возможность себя проявить. Самое главное — извлекать уроки из подобных выступлений. Бывает проигранный бой, потом приносит за собой победных 5, просто потому, что спортсмен заводится, начинает по-настоящему пахать и выходит на свою настоящую победную тропу. Все будет нормально. Передает приветы, видимо, своим болельщикам, близким, Михаил Погодин. Дорогие друзья, уважаемые поклонники смешанных боевых наборов, это главное событие грандиозного международного турнира AC Eagles под номером 15. Это Чеченская Республика, это Толстоюрт. И по итогам трех раундов в этом поединке единогласным решением судьи одержал победу Михаил Погодин по прозвищу Golden Boy. Ну что ж, заслуженно.